9 августа ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил с визитом Чувашскую республику. Цель визита заключалась в обсуждении с главой республики перспектив расширения сотрудничества региона с Казанским университетом. Ректор поделился с коллегами опытом вуза в части формирования образовательной системы, а также рассказал о стратегиях КФУ в области педагогики. Представители из Чувашии были заинтересованы инструментами привлечения талантливой молодежи. Акцент прежде всего был сделан на обучении национальному языку, так как КФУ в вопросе национальных кадров продвинулся далеко, возможно, в дальнейшем при совместном изучении вопроса удастся выработать решения, которые в дальнейшем будут развиваться на федеральном уровне. Также на встрече детально обсудили перспективы выведения на новый уровень подготовки и повышения квалификации педагогических кадров в Чувашской республике в условиях федерального университета, а также такие направления, как инженерные науки, медицина, IT, химия и физика. Было заключено соглашение об официальном партнерстве вуза и Чувашской республики. Аурелия Сташкова, Универньюз.